Девочки, привет. Встала, кофе пью. У нас часы перевели. Встала в 4 часа. То бишь, по-старому, это получается в 3 часа. Скажите, ум есть? Выходной день. Мозги есть? Организм вообще ненормальный. Кошмар какая-то. И сижу как ненормально. На улице ветер такой сильный. Вышла на балкон, летел косяк гусиный. Косяк гусей летел. Его ветром как раздуло в разные стороны. Они с криком «давай назад собираться». Кошмар. Это специально, наверное, ветер, чтобы листву всю снял. У нас погода. Желуди с дубов падают на машины, как камни. Такой грохот, кошмар. Желудей куча. Вот свиней кормить. Свиней нету кормить. Мои елочки тут. Нам будет завтра посадить их. Горшки уже освободила. Посадить елочки к Новому году. Знаете, еще стоят. А зелененькие пускай стоят. Вот такая у нас осень. Вот, девочки, остатки роскоши с дачи. Все, последние георгины. Уже сыпятся. Ух, красота. Все. За окошком осень. Я не хочу, я не люблю зиму. Девочки, привет. У нас такая текучка у нас. Такая у нас текучка. Было воскресенье, а теперь среда. Вот такая у нас текучка. Ничего интересного. Буду елки свои сажать. Готовиться будем в новом году. Вот такая у нас, девочки, текучка. Елочку посадим, встретим новый год. Пускай что-нибудь растет, а то пустые горшки очень некрасивые. Они вообще маленькие, бедненькие такие. Солнышко пока выглянуло быстренько. Будем нарезать. Пускай хоть что-то торчит. Так. Эти кусты зеленые пускай еще пока торчат. Мы их потом посадим. Мне надо пересадить эту авокадину. И, наверное, в дом занести. Она, наверное, зимой погибнет. И посмотри, какие корни. Пускай растет. Так он весной выдернет. На даче где-нибудь посадим. Так.
Так, еще две остались, пока те кусты торчат там. Куда ее засунуть? И все. Это мусор. Вот такие вот девочки делают. Вон, натыкала. И сюда еще нам будет что-то засунуть, купить. Чтобы не было. Эти пока еще зеленые, пускай торчат. Мне вот эту вот блокадину надо пересадить. Большую горшок купить. Что, девочки, делается? Что делается? С этим короном что делается? Все закрывать хотят. Кошмар! Опять кошмар начинается. Фу, мокрая. Ну все, прорвало. Фу, Жейка. Опять хотят все закрывать. Что будет делаться? Так, пошли. Не падайте. Все. Больше никуда не поездишь, никакие ни гости, ничего. Хотя вот машина передо мной. Не отсюда. Не местные. Так. Когда оно все закончится уже? Когда оно все закончится? Когда эта корона сдохнет уже? Надоели вообще, уже не могу больше. Пипец. Ничего нового, кроме короны. Каждый день что-то новое вводят. Каждый день теперь хотят сделать с ноября, кто приезжает с Ризико Гибит, там, где коронавирус. 14 дней карантину. Да кто уже поедет, если везде коронавирус, то куда поедет? Никто. Погода у нас непонятная, то так, то сяк. Весь город в листве, никто не убирает. Да. Звонила в Москву, в Аэрофлот, сказали, ждите, ваучер, может, назад получите, а не деньги. Козлы. Смотри, должен меня пропускать, попёр. Козёл. Как лупанулась бы сейчас. Я один раз здесь уже меня в жопу поцеловал один. Он должен был меня пропустить, я проехала, и он как раз. Я притормознула, он мне задницу. Ну, там чуть-чуть было незначительно. Думал, что он прав. Вызвали полицейского, они сказали, дяденька, вы не правы. А он думал, что он прав. Вот у нас здесь перекресток, вот этот, он самый дебильный. Каждый месяц здесь аварии. И на столбы залетают, и куда хочешь. Постоянно здесь аварии. Невнимательно. Ага, спасибо. Не видно, видимость плохая, они несутся. И аварии потом. Надо аккуратно, будьте внимательны за рулем. Тихонечко надо ездить. Сейчас скользко, листва мокрая. Не убирают листья с дороги. Ну, не успевают убирать. И скользко. Аккуратнее на дорогах. Ах, вы все время падаете. Так, у меня дома стирка. Опять что-то на окно.
хорошее творите. Как всегда, одно и то же, девочки. Все стабильно, без изменений. Дурочки возле подъезда опять какие-то лазят. Все, приехали.